друзья, в этом выпуске вы узнаете, когда выйдет 9-я серия турецкого сериала «Мистер Ошибка» и что будет в 8-й серии. Сейчас я вам кратко расскажу о том, когда выйдет 9-я серия. 9-я серия выйдет на экраны Турции 28 августа. В русской озвучке она будет доступна через день. Напомню, в 8-й серии турецкого сериала «Мистер Ошибка» мы увидим, что Эсгир решила отправиться в ресторан вместе с Сердаром. Эсгир проводил Эсги до лифта и предупредил, что если что-то случится и пойдет не так, то она должна будет позвонить ему. Он сильно переживает за нее и готов в любой момент прийти на помощь. Сердар сказал Эсгиру, что как босс он очень внимателен к Эсги. На что Эсгир ответил, что для этой девушки он не только босс. Подруги стали замечать перемены в Эсги, и они предупреждают ее о том, чтобы она сдержала свои чувства и не влюблялась в Эсгира. Ведь он очень красивый мужчина, завидный жених, вокруг него постоянно крутятся женщины, и значит, верным этот человек никогда не будет. Лучшие подруги сказали Эсги, что она не предчувствовала, ведь Эсгир спутал ей все мысли. Сам же Эсгир не знает, что он может сделать для Эсги, ведь прежде всего он должен быть уверен в том, что это действительно нужно, и она ждет какого-то поступка или шага от него. Эсги сильно запуталась в своих чувствах, и она уже сама не понимает, действительно ли влюбилась в Эсгюря. Мать Эсги также стала замечать, что с ее дочерью что-то происходит. Она решила поговорить с ней, но Эсги сложно ответить на те вопросы, которые мучают ее саму. Не забывайте ставить палец вверх, подписываться на наш канал, а также писать комментарии. До скорой встречи, хорошего вам настроения!